Продолжим тестировать трипа и теперь проверим, как оно справится, если нужно смоделировать по запросу. Давайте смоделируем голову к тому телу, которую я показал на прошлом ролике. То есть я сделал запрос: реалистичная голова мужчины 35 лет, сильный, мускулистый, брутальный, широкая челюсть и скулы. Перевожу на английский язык запрос, копирую. Захожу в трипа и вбиваю вот сюда вместо картинки этот запрос и нажимаю кнопку создать. Смотрим 4 варианта по запросу, то есть по картинке он нам делает одну на основе картинки, а вот по запросу он нам делает 4 варианта. Видите, насколько быстро происходит моделирование. В жизни вы так быстро не смоделируете. Это уж точно. Вот уже первый вариант у нас комический. Вот. Вот с синей бородой. Ну вот, пожалуй, что уже близко. Вот это тоже. Можно ему добавить, пошире сделать скулы, челюсть. Этот дядька Брубыш. Такой для мультиков само то. Вот, а вот эти уже более реализм. Особенно вот это. Здесь можно даже использовать текстуры лица. Здесь арабский такой тип, наверное, этот нечто такое среднее. И вот это вот такая более монстроподобная, которая подойдет уже к нам. Мы можем выбрать, уточнить. И вот он уже нам для нашего монстрика делает голову. Вот, несколько минут займет создание модели. И все, и можно будет прилеплять ее, вот чуть-чуть доработать ее, сделать ее пошире скулы. Можно запрос получше составить. Давайте попробуем составить так. Напишем здесь очень широкая челюсть и скулы. И поставим это не в конец. А вот здесь вот так поставим, попробуем изменить запрос. Ну и пока он считает, мы можем создавать следующее. Убираем, вставляем новый запрос, создать. Таким образом мы можем создавать сколько угодно. Пока, по крайней мере, это бесплатно. Вот, ограничений никаких нет, пока она обучается нейросети. Я думаю, что... Но нейросеть обучается очень быстро. Я думаю, через год уже будет выдавать шикарнейшие модели. Так же, как с Midjourney, вспомните, как начиналось. Калеченные руки, там, такие всякие. То сейчас уже... Он все равно худой какой-то мужчина. О! Полный. Надо написать полный. Вот этот вот уже подходит. Полный. Толстый, сильный, мускулистый, брутальный, полный. Толстый, напишу толстый. Толстый. И вот таким образом, подбирая запросы, мы можем... О,
повторить попытку. Удалим, давайте. Удалим, да. То есть очень простой пока интерфейс, то есть никаких тут дополнительных опций нету. Вот. Но это только начало. Дальше я думаю, что будет возможности влиять на mesh и на отдельные типы лица и руки. Все это будет. Все это будет. Это только начало. Сейчас они научат ее. Сейчас она моделирует как более моделирование. Вот. Ну, вот это вот уже близко к нам, более выраженные скулы, здесь и челюсть вот уже широкая, здесь только чисто маска. Ну, вот это мы можем тоже взять. У него и мимика здесь. Тут больше не гравидный такой. Но вот этот можно взять. Его вширить. И здесь уже можно уточнить. И он его будет загружать. Здесь уже 50% загрузилось. И можно использовать. А пока это volume моделирование. То есть моделирование объемами идет. Я так полагаю, она вычисляет свет, тень, объем и по кругу выставляет. Но как они моделируют заднюю часть, мне вообще непонятно. То есть мы видим, что она просчитывает и сбоку качественно. То есть она выстраивает именно по структуре фигуры. То есть уже фигура, видать, у ней заложены анатомические понимания. У ней пока нет понимания руки и ноги, конечности. Но в целом построение мышечное, ну, прям я скажу, очень хорошо. И мышцы распределены правильно. То есть скелет они уже научились обращивать очень даже замечательно. То есть они берут пропорцию ширины, и они знают, как ее построить сзади. То есть мышцы все правильные. Очень даже хорошо все сделано. Здесь трицепс, и тут немножко, конечно, есть, но все равно это все вполне уже удобоваримо. И ту голову, если мы сюда подставим, то будет вполне себе уже замечательный монстр. Сгенерированы буквально за несколько секунд. Ну и вот головы просчитались. Они очень похожи, но все равно отличаются. Вот здесь больше детализации. Вот. И давайте посмотрим, как она выглядит уже. Она с текстурой. Ну, мало того, что уже здесь и текстура, и вот у нас тут и мышцы все брутальные. То есть вполне, если мы его сейчас сделаем шире, то он вполне подходит. Посмотрите, какая замечательная у него прическа сразу смоделирована. И сразу она с текстурами. Бородка у него неплохая. Вот. И мы с вами видим, насколько качественно мы можем получить персонажа, который будет у нас анимирован через Миксама. Ну вот, и будет вполне себе. А если мы его загрузим в MetaHuman, то мы можем научить его и разговаривать, и, соответственно, все остальное. И глаза у него будут, и все. Ну, я доволен. Я доволен. То есть, в принципе, это вот то, что нужно для того, чтобы motion design создавать быстро персонажей необходимых. Вот, можно по фотографии закладывать основные пропорции, потом переделать. Конечно, здесь вот надо будет вручную все это дорабатывать пока еще. Рот. Но все-таки уже и профиль какой-никакой имеется, и губы выраженные, да, то
тут вот сглаживание, все это есть, и можно уже скачать. То есть давайте мы посмотрим кино, выберем. Так, надо на английском, на русском она плохо понимает. Английский. Давайте выберем Cinema 4D, выберем Low модель. Вот. И выберем формат. Ну, FBX давайте выберем. И download. Сейчас она конвертирует под Cinema 4D нам. Ну вот, формат FBX. Посмотрим. Посмотрим. Она сейчас конвертирует нам mesh. Но мне нравится. Давайте пока... А, ну тут она пока конвертирует. Уходить не надо. Ну, вполне себе персонаж годный, который можно доработать и выкладывать уже на Marketplace вполне себе. И даже на ArtStation. Вот. Я, наверное, нас сейчас у меня уроков много, но, наверное, я на следующей неделе займусь. Соберу этого персонажа и выложу, наверное, на ArtStation его. Вот. Посмотрим, как это будет все выглядеть. Ну, я скажу прям за секунду, сделать такую модель вам не удастся вручную, это точно. И вот уже у нас VBX сохранился, давайте откроем его. Так. Где у нас? Ага, вот он открылся. Сейчас мы его откроем. Так, откроем. Итак, откроем ее в Cinema 4D. Такая вот интересная текстура, да? Но когда мы включим здесь в viewport без масштабирования, то у нас текстура будет отображаться вполне себе корректно. Ну, конечно, это не супер-пупер, но это уже очень достойно. Я вам скажу, прям ухо, конечно, вот здесь вот не попала текстура, да? Здесь, если это ухо еще более-менее как-то, да? То есть вот тут надо будет долепливать. Давайте посмотрим, как выглядит мышь. Давайте посмотрим, как выглядит мышь. Но опять же, ухо, что ухо? Ухо мы можем здесь отдельно тоже прилепить, уже готовое взять, даже взбрашевское ухо. Вот, и, собственно говоря, текстуры частично можем использовать эту, частично доработать ее. Вот. Тем более мы брали low-poly модель. Давайте посмотрим, как она выглядит. О, сетка, ну, просто очень. Она не симметричная, но сетка очень прямая достаточно сетка. То есть она еще не умеет делать. Для анимации такая сетка может быть не... Но мы можем ее перелицевать. Смотрите, то есть мы можем поставить перерасчет сетки. Перерасчет сетки. То есть мы можем взять перерасчет сетки. Попробовать сделать. Единственная текстура у нас, конечно, поломается. Поломается. Но сетка уже станет нормальной. Вот. Если бы мы взяли high-poly модель и переработали ее потом. Давайте попробуем, а почему нет? Ну вот, я добавил голову.
оптимизировал сетку, сделал перерасчет сетки, отрезал половину, сделал симметрию, и получилась замечательная драфт-модель. Вот, и на все про все ушло, в принципе, ну, максимум полчаса, час. Вот. Я отрезал руки, култышки, отрезал ноги, и, ну, вполне себе одевать можно эту модель, и даже если мы сейчас ее закинем с браш, то доработать ее, ну, здесь вообще не составляет никакого труда. Увеличить мышцы, впадины, пройтись. Ну, это вообще замечательно. Мы даже здесь можно этими инструментами подработать, например, взять кисть и, например, здесь инструмент, например. Пройтись. И уже, как, ну, здесь не очень это удобно, это лучше с браши делать, конечно. Вот, поэтому я не буду. И тем более, если мы будем одевать, здесь доработать, только надо будет с голову. А все остальное закроет вот это все одежда. И смысл-то какой-то прорабатывать все эти детали, если мы наденем сюда какую-нибудь футболку, рубаху, куртку, штаны. То есть у нас все есть для этого. Для того, чтобы закинуть ее в Марвел и одеть, и доработать только голову. Ноги, руки сейчас прилепим. Ну вот, пришили ему руку-ногу. Теперь создадим симметрию. И проверим, все ли сшилось хорошо, нет ли косяков, нету. Ну вот все, у нас драфт модель готова. Можно ее закидывать в Марвелоу, одевать, а голову потом здесь уже отрезать ее не составляет труда, поскольку она у нас уже здесь лоупольная почти. Вот, поэтому, ну, все. Голову меняем потом на любой персонаж, тем более, если одежда будет, воротники, просто голову вставить, это вообще убирать придется. И вот у нас модель вполне себе сделана с помощью нейросети. То есть вывод теперь какой? Так, сейчас мы ее... Вывод какой? Вывод такой, что мы можем с помощью нейросети брать любого человека, комплекцию, которую нам надо, фотографию. Ну, конечно, желательно там в бикини, да, или там в трусиках, ну, чтобы он был голый, грубо говоря. И мы берем любое тело и получаем, ну, классную фигуру со всеми пропорциями. Сделанную, ну, грамотно, скажем так, то есть скульптить вручную, это все было бы гораздо дольше. Вот, чем все это сделал нам нейросеть. Все, осталось пришить руки, ноги, и то, что она не может делать, и голову, и все. А это остальное долепить уже в сбраши, ну, нормально. Я считаю, это как подсобный инструмент, который позволяет нам быстро отскульптить драфт-модель или лоу-поли-модель. Ну, это здорово. А уж что касается каких-то мелких там
моделек, которых для Motion нужен. Допустим, вам нужен интерьер, в котором вы снимаете свое видео, заполнить какими-то книжками, игрушками и прочей всякой ерундой, это она вам сгенерирует прямо на раз. И все это будет индивидуально, это не будет чьей-то моделью, это будет ваша модель, вполне с авторским правом. Вот. Замечательно, я считаю. А деталировку уже мы делаем самостоятельно. Ну, это здорово, просто здорово. То есть раньше мы эту модель брали в DaStudio, и все равно она была, ну, ограничена, скажем так. А здесь по фотографии моментально мы получили то, что нам надо. То есть если у нас есть хороший арт, грамотный, то мы достаточно быстро можем сделать полку. Отлично. Ну и вот еще я решил протестировать, как будет, если в нескольких ракурсах закинуть фотографию с разными ракурсами, достаточно сложный ракурс. Вот. И в принципе, ну, справилась она достаточно хорошо. Конечно, это все тоже можно дорабатывать. Руки, конечно, она не может еще делать. Вот, но это только пока. Это точно такая же история, как и с картинками. Вот. Сначала руки не умели нейросети делать, потом научились. Вот. Но главное, что волю моделированием она моделит по фотографии очень даже замечательно. Когда у нас фотография со всех ракурсов, она делает, ну, просто замечательно. Для Моушена поставить вот такую скульптуру где-то в парке или там в доме, смоделить модель, вот нестандартной какой-то фигуры, то есть если найти нормальную фотографию в нормальной позе, то вы можете моделить любую модель абсолютно. Не обязательно вам быть уже скульптором. Теперь по фотографии это можно делать буквально в считанные секунды. Для понимания, вот вам картинка, которую я сгенерировал в Stable Diffusion. То есть, если раньше они делали только там каких-то красоток Барби, да, с пухлыми губами, там, с накрашенными глазами, ну, такие Барби, то сейчас вполне уже делают реалистичных девочек с реалистичным телом, с реалистичным лицом, с реалистичными руками. То есть уже проблем нету, уже нейросети научились делать реализм. И то же самое будет и в 3D. То есть тот момент, который сейчас только-только начинается, нейросети же очень быстро обучаются, не так, как мы с вами, да, по полгода учимся по году. Вот. А нейросеть учится буквально там за месяц, она делает такие скачки. И еще раз повторяюсь, раньше я генерировал картинки, там были всякие это калеченные руки, ноги, по три, по четыре руки, ноги, то сейчас все, реалистичные картинки она делает прям за секунду на раз по любому запросу, когда ты правильно ставишь запрос, и все делает. И то же самое будет и со скульптингом, поэтому моделинг и скульптинг заберет на себя нейросеть однозначно, в этом можно не сомневаться, а нам с вами останется только творчество. Спасибо за внимание, всем хорошего настроения и творческих успехов!